У мавзолея маршал Жуков спешивается и направляется на трибуну, чтобы обратиться с речью к войскам Красной Армии, всему советскому народу. Перед мавзолеем группа фанфаристов под управлением военного дирижера и композитора полковника Агапкина, автора известного марша «Прощание славянки». Звучит сигнал, слушайте все! Красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий, боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства и Всесоюзной коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Сегодня столица нашей Родины, Москва, от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Сегодня воины-победители, питомцы сталинской районной школы, пронесут по улицам Москвы и мимо стен Седого Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед. 4 года назад немецко-фашистские полчища разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества. Война с фашистской Германией, этим коварным и сильным врагом, явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Дело шло, как указывал товарищ Сталин, о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов Советского Союза, о том, быть нашим народом свободными или пасть в порабощение. В начале год войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи, и у нас были моменты отчаянного положения. Враг подбирался к сердцу нашей Родины, Москве, и готовился торжествовать победу. В то время не только враги,
но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом. Вооруженные гениальным сталинским произведением, вдохновляемые партией Ленина Сталина, мы были твердо уверены в победе своего правого дела, отстаивая каждую пять родной земли, проявляя в боях чудеса героизма. Советские войска настойчиво учились бить врага нырника, бить по всем правилам сталинской военной науки. И они этому научились. Отразив натиск немецких войск, Красная Армия под водительством своего гениального полководца маршала Сталина перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, наглую разгромила гитлеровскую армию и водрузила знамя победы над Берлином. Так, подлые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, посягавших на нашу священную землю. Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитлеровское правительство уничтожено. В очах немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага германского фашизма. Отечественная война завершена. Одержана победа. Какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны и сталинская сила Красной Армии и доблестный труд советского народа. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец маршал Советского Союза Сталин. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу, народу-победителю! Слава вдохновителю и организатору нашей победы, великой партии Ленина Сталина.
слава нашему мудрому вождю и полководцу, маршалу Советского Союза, великому Сталину! Ура! Над Москвой величественно звучит гимн Советского Союза. Раздаются 50 залпов артиллерийского салюта.